Фестиваль-конкурс хореографического искусства «Фиеста» в нашем городе отзвенел уже в третий раз. 18 коллективных и 11 сольных номеров было показано участниками шоу на Измаильской сцене 15 мая. Килийские, болградские, белгород-днестровские, коминтерновские, измаильские и другие танцевальные коллективы сменяли друг друга на праздничной сцене ДК под неустанные аплодисменты зрителей. Оценивало выступление компетентное жюри. Концерт длился целый день, а вечером подвели итоги, и победители снова порадовали поклонников своим искусством на гала-концерте. Никого не удивило, что снова абсолютным победителем «Фиесты», как и в прошлый раз, стал наш прославленный народный ансамбль танца «Придунавье» под руководством Фаины Георгиевой. А открытием фестиваля был назван молодой коллектив клуба бального танца «Оша номер 10» «Dream Dance» под руководством Виктории Грузин, которая на гала-концерте танцевала вместе со своими ребятами и вызвала бурю зрительских эмоций. В число лауреатов конкурса вошли многие измаильские коллективы, группа «Дет», «Dream Dance», хореографический ансамбль ИГГУ и ансамбль восточного танца «Джалила». Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».